папа, машину купил Рон. Твои деньги на карте. Она купила. Столько зарабатывает. Ясно, почему ты бездельничаешь. Да. Я только и умею, что бездельничать. Где твое достоинство? Здравствуйте, сегодня я ваш лектор, Тянь Рон. Я не учитель, поэтому сегодня не буду ничему учить. Просто поделюсь своим опытом и мыслями, накопленные мной в качестве агента по недвижимости за последние годы. Надеюсь, мой рассказ будет полезен для вас. Мы знаем, что деньги текут к тем, у кого денег нет, а любовь течет к тем, у кого есть любовь. Зачем мы покупаем жилье? Найти жену. Инвестиции. Брак. Все верно. Только став владельцами недвижимости, у нас будет мотивация работать и зарабатывать для погашения ипотеки. Мы научимся быстро есть и терпеть давление извне. Фэн, чего? Я позвал друзей на обед. Может, присоединишься? Я занят. Жену надо домой отвезти. Отвезти жену? Ты стал таким подкаблучником. Хорошо, скоро буду. Ага, пришлю адрес сообщения. Ладно. Рон, у моих друзей есть идея, хотят услышать мое мнение. Езжай домой, не жди меня. Поешь. Что произойдет на этом этапе? Кошелек станет толще, а ваш разум расширится. Парни, выпьем. Я вызову водителя, чтобы забрали вас. За тебя. Нужна твоя помощь в одном деле. Влюбился в квартиру. Хочу, чтобы твоя жена дала пару советов. В этом году цены на жилье растут. Боюсь, куплю, они упадут. Хочу выгадать. Без проблем. Новостройка? Новостройка. Субсидированный дом. Думаю, это хорошо. Может, и тебе надо? Идея хорошая. Тогда у меня будет 7 квартир, как драконов. Драконов. Реши на этой неделе. Хорошо, без проблем. Пейте, парни, давайте, чего так тихо? За нас! Малыш! Малыш! Юань-Юань, папа дома? Соскучилась? Скучала по папе? Да, я обниму. Помой руки. Папа вернулся. Цин, наконец-то появилась надежда в нашем новом проекте. Уверен, чистая энергия изменит наш мир. Юань-Юань. Куртка. Папа, прежде чем изменишь мир, изменишь мою ситуацию. Соскучилась по мне? Хочу выйти на работу. Пускай родители сидят с Юань-Юань. Юань-Юань, бабушка с дедушкой будут заботиться о тебе. Бабушка и дедушка. Юань-Юань, мама и папа. Наша квартира маленькая. Папа снимет тебе большую квартиру. Съем проблему не решит. Юань-Юань вырастет, ей придется идти в школу. Юань-Юань еще мала, чтобы ходить в школу, правда? Это пока. Но скоро она вырастет. Ничего, я что-нибудь придумаю. Сегодня хорошая погода. Хороша для фотосинтеза. Мы много летали в этом месяце. Разве мы не похожи на семена одуванчиков? Нет. Семена одуванчиков летают пассивно, а мы активно. А 99,5 семян одуванчика падают на расстоянии менее 10 метра.
Ты одинок, потому что довольно общителен. Не знаю. Девушки говорят, что я слишком свободный. Постой, я арендую машину. Госпожа Ли, договор аренды квартиры истекает. Будете продлевать? Рон, что делаешь? Я в больнице. Почему ты в больнице? Что случилось? Не спрашивай, я не скажу. Выкладывай, что такое. Бесплодие. Бесплодие! Знала, если скажу, так отреагируешь. Найти специалиста трудно. Отец Ли Ваньбина оформил удачную сделку по продаже квартиры. Покупатель оказался ценным специалистом. И вот мы пришли к нему провериться. Зачем звонишь? Заканчивается срок аренды жилья. Ищу квартиру. Есть у тебя комната в Юйху? Арендуешь? Я что-нибудь найду. Посмотри на себя. Сменила работу и в одночасье вернулась к бедной жизни. Если бы послушалась меня и купила... Подыщи мне что-нибудь. Пока. Пока. Идем. Все взял. Хорошо. А что, если даже после визита к специалисту не забеременею? Нам не нужен специалист. Мы можем пешком подняться на 20-й этаж, а металлический пруд согнуть голыми руками. Разве мы не забеременеем? С нами все в порядке. Я думаю, нам не нужны эти лекарства. Твой друг хочет купить жилье? Давай посмотрим. Не работаешь сегодня? Хватит, это же часть работы. Почему мне ничего не рассказала? А должна была? У тебя же даже работы нет. Бесишь. Я шучу, шучу. Тяжело помочь? Нет. Фэн, расположение и район довольно хорошие. И тип дома неплохой, бери. Метро далеко. Поэтому сомневаюсь. По такой цене рядом с метро не найти. Твоя правда. Ваньбин, буду через нее сделку оформлять. Твоя жена специалист. Конечно, Пен. У нее все хорошо, ее приглашают читать лекции, а гонорары исчисляются четырехзначными цифрами. Тебе крупно повезло. Мой дядя инженер-подрядчик, застройщик подарил ему пару апартаментов. Правда? И сколько? Вот, весь пролет его. Он все продал? Нет. Попросил меня прийти и выбрать. Продай мне. Хорошо. Идем. Какой этаж? Все. Что? Все? Весь блок? Как мы можем столько купить? Мы не сами купим. Теперь я знаменитость в мире недвижимости. Расскажу своим ученикам, и эти квартиры будут проданы через минуту. Наша комиссия за квартиру 30 тысяч юаней. Немного, да? В общем, заработаем сотню тысяч. И давай поговорим с дядей Фэна. Мы можем получить скидку при покупке всех квартир. Это все равно, что быть посредником. Точно. Я был в шоке, когда ты сказала, что все купишь. Мы не можем себе этого позволить. Я немного устала. Хочу немного заработать и жить простой жизнью. Это не немного, это сотни тысяч. Отлично, дорогая. У тебя хороший вкус. Разделим работу. Я отвечаю за поиск клиентов, а ты будешь вести переговоры с дядей Фэна. Выясни, сколько он может скинуть. Не проблема. Мы с Фэном друзья, его дядя точно уступит. Можешь болтать об этом, но нельзя быть уверенными. В бизнесе нет друзей, все любят деньги. Встретишься с ним, притворись, что ты не согласен со мной и не хочешь покупать квартиры. Поменьше дерзости, попытайся выпросить у него скидку 5%. Ясно. Я молодой господин, полагаюсь на отца, но принц, если полагаюсь на жену. Да ладно, я не принцесса. Здесь плохая дорога, небось испачкал машину. Машина нужна для езды. Она должна доставлять меня из пункта А в пункт Б.
Я думал, станешь подкаблучником, как женишься. Неплохо. Ты не изменился. Дядя? Занят? Мой друг Ливан Бин. Здравствуйте. Простите за беспокойство. Садись. Давай, располагайся. Я дам тебе воды. Не волнуйтесь. Небольшой беспорядок. Вань Бин, Фан мне сказал, что ты хочешь купить все квартиры в субсидированном доме. Жена хочет. Понимаете, другие жены любят покупать сумки, а моя любит скупать квартиры, и что тут поделать? Невыносимо. Мы разведемся. Не глупи. Ты обожаешь жену. Купишь квартиры и заработаешь кучу денег, продав их. И я куплю. Верно. Если построить торговый центр, то цена на квартиры вырастет. Да. Дядя, мы все равно не сможем заработать достаточно много денег. Буду честен. Из-за этого я разругался со своей женой. Я вообще не хочу покупать. Понимаете, моя семья богата. Зачем нам еще квартиры? Если куплю одну, то уже куда ни шло. У нас были плохие времена. Было трудно. Фэн знает, я у него деньги в долг брал. Но это в прошлом. Сейчас все хорошо. Но если куплю квартиру, опять будет тяжело. Даже если цена вырастет, как на дрожжах, это не компенсирует моих страданий. О чем это ты? Так ты будешь брать или нет? Да. Дядя, простите. Я здесь, чтобы попросить вас дать мне скидку. Только так я хотя бы как-то умаслю жену. Если разведемся, она ж точно купит. Не смей. Дядя, он ладит с женой. Она у него способная. Что мне жена подарила на день рождения? Ремень. А в его день рождения... На парковке стояла новенькая BMW. Нет-нет. Вань Бин, давай так. Выкупишь весь комплекс. И я дам скидку 10%. Ладно, спасибо, дядя. Я вернусь. Да слушай. Закроем сделку, и я дам тебе 2% отката. Ты мужик, так? У нас должны быть карманы и денежки. Но зачем откат? Дядя, я тоже купил, а где мой откат? Ты себя видел? Вы с Ван Бином друзья, гляди на него. Он без колебаний покупает, а ты купил всего одну. И то сомневаюсь. Вот. Ван Бин, что скажешь? Я повторю. Надо брать. Цена на них вырастет. Знаю, ты рос в богатстве, для тебя это мелочи. Но почему жену твою это волнует? Потому что знает, что такое деньги. Деньги не признают людей. Если тебе все равно, они ускользнут, верно? Дядя, а ты умеешь хорошо говорить. Раз настаиваешь, мне стоит подумать. Я с тобой честен. Да. Эти дома не продавайте сразу. Подержите немного. Через 2 года стоимость их удвоится. Я уверен в этом. Послушай. Если бы мне не нужны были деньги для этого проекта, я бы ничего не продавал. Я не хочу продавать. Хорошо, дядя. Прекрати, Ван Бин все понимает. Все разъяснили. К тому же, ты тот, кто это начал. Если цена квартир вырастет, ты обязательно получишь свой процент. И у тебя способная жена. Ты не должен ей уступать. Госпожа Джао, если честно... У меня есть несколько квартир от застройщика из нового района. Цена приемлемая. Если вам интересно, я... Простите, должна ответить. Да-да. Да, Вань Бин, как дела? Договорились на скидку в 12%. В 12? Здорово! Он предложил мне сперва 10%, а потом, видимо, и колебания предложил дать откат в 2%. Разве это не скидка в 12%? Я буду честный. Хорошо, честный мой образцовый муж. Так, пора работать, добывая золото. Пускай составят контракт, а я покажу его мудя. Сумма же огромная. Понял? Хорошо. Ладно.
Линда, можем ли мы увеличить бюджет на командировку в следующий раз? Поездка адская. Траты должны быть разумными. Не все умеют ездить на механике, а я умею. Ладно. Мяу сказал, что у клиента ограничены бюджеты, советовал быть сдержанными. Разве мы недостаточно сдержаны? Идем, осторожно. Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. Нелегко было найти дорогу. Да, немного сложно. Нет, место легко найти. Здесь довольно просторно. Позвольте все показать. Да. Раньше здесь был маловаренный завод. В прошлом году я купила территорию и хотела построить галерею. Со дня покупки общаюсь с ландшафтными дизайнерами. Я не смогла найти проект, который бы меня устроил, пока не увидела ваши дизайны. Они невероятны. Мы очень этим гордимся. Я вижу, что здесь довольно стильные сооружения. Наш проект, взгляните. Поскольку основные здания типично промышленные, мы делаем акцент на плавных линиях. Взгляните на сад. Мы планируем установить вертикальную конструкцию для поддержания роста цветущих растений. А какие цветущие растения хотите посадить? Взгляните. С внешней стороны мы высадим бегонии, красный клен и фиалки в одной красной гамме, символизируя тепло и процветание. А растения будут меняться. Перелистните. Мы посадим саженцы вечно зеленых растений темных и светлых оттенков, такие как ипомея, оливковое дерево и пихту. Они подготовят разум для посещения галереи. Здорово. Мне нравится. Я возьму. Изучу и свяжусь с вами. Пришлите мне копию вашего типового контракта, хорошо? Конечно. Конечно. Хорошо, тогда вы тут осмотритесь сегодня. И позже свяжемся. Да. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Удачи вам. Пока. Готово? Контракт еще не подписан. Не готово. Только наполовину. Какой болтун. Идем. Идем. Что-нибудь придумал? Да. Наша компания собирается открыть филиал в Инчуане. Там много солнца, низкие цены на товары и жилье. Едем в Инчуань. Это ты придумал? Да, как тебе? Плохо. Мы только закрепились в Пекине. Почему мы должны уезжать? В провинцию из-за твоей работы. А как же я? А что не так? Не переживай. Мы переезжаем туда, где нас ждет светлое будущее. Цин... Мы должны остаться в Пекине. Малышка растет. Надо о ней подумать. Я и думаю о ней. Ты же знаешь о ситуации в компании. Инчуань важен для нас. Если все получится, там юань-юань будет намного лучше. Я выйду на работу. Не только ты должен работать. А дочь? А как же она? Оставим ее с родителями. Оставим моим родителям. Шутишь? Она же маленькая, совсем кроха. Я не хочу. Но есть другой вариант. Я нашла несколько клиентов, заинтересованных в покупке. Давай возьмем на прокат мини-автобус и отвезем их на показ. Дорогая. Я думаю, что не стоит продавать квартиры. Давай себе их купим. Ты в порядке? У тебя жар? Нет, я серьезно. Подумай, цена обязательно вырастет. Зачем нам делиться прибылью? Я серьезно, мы не можем это позволить. Мы не можем, а мой отец может. Сколько тебе лет? Долго еще будешь рассчитывать на отца? Мы женаты. Технически мы отдельная семья, твой отец отдельно. Мы вдвоем должны все решать. Я говорил тебе, и ты сказала нет.
Хочешь сказать, мы можем их купить? Когда ты покупала квартиры, ты могла позволить. Разве не ты искала, у кого одолжить денег? Теперь, когда я говорю, что хочу квартиру, говоришь, что мы не можем этого себе позволить. Мы вообще семья? Ты не можешь самостоятельно принимать все решения. Ты что, начальник? Верховный император? Женщина-верховный император? Женщина-верховный император? Значит, вот что ты обо мне думаешь. Знаешь ли ты... Верховный император — это император, отрекшийся от престола? Не знаю, я неуч. Тебе же не нравилось покупать жилье. Почему вдруг сейчас захотел? Хочу заработать. Хочу тебе хорошей жизни. Знаю, ты хочешь для меня хорошей жизни. Если продадим, мы сможем довольно много заработать. Милый, помнишь, когда мы спали на балконе на двухъярусной кровати, ты мне сказал, что просто хочешь жениться и завести детей? Сейчас я чувствую, что и ты тогда. У нас прекрасная жизнь. Давай сохраним это, хорошо? Хорошо. Кстати, через пару дней в Дунхуа будет вечеринка, пойдем вместе. Туда ходят одни лицемеры. Сходим. Там будет еда? Конечно. Только еда волнует. Ребята! Так, подойдите ко мне. Скорее, у меня объявление. Мы собираемся купить собственный питомник и построить зеленую современную посадочную базу. Что за детский сад? Нам это по карману? Точно? Точно. У нас нет денег. Если не справитесь, это будет последняя инвестиция. Действуй. Наш третий пакет инвестирования одобрен. Правда? Чизкейк. Давай один. Сейчас положу. И ты возьми. Нет, растолстею. И слойки вкусные будешь? Позже морепродукты, не ешь много. Это немного. Что еще? Попробуем. Господин Хуан, ваше новое здание очень популярно. Сад Юньянь. Да. Кто посылает письмо далеко в облака? Когда лебеди вернутся с посланием, половицы будут залиты вином. Помните это? Помню. Поэтично. Позвольте представить. Мой муж, Ли Ваньбин. Здравствуйте. Спокойно, здесь полно разных людей. Игнорируй его. Кушай, морепродукты принесу. Тянь. Привет. Господин Джан, давно не виделись. А ты преуспела. Спасибо. Пойду присяду. А кто это? Мой муж. Устал, вот и хочет присесть. Слышал, ты купила несколько квартир за раз. Удивительно. Это мелочь. Только внесла депозит. Это немало. У меня просьба. Выступи с лекцией перед моими сотрудниками. Расскажи о том, что такое мужество. Спасибо за доверие. Не откажу. Обещаешь? Да. Хорошо. Представлю тебя менеджеру. Да. Расскажи ему детали. Конечно. Ли? Господин?
Милый, тебе скучно? Нормально. Морепродукты принесли, будешь? Нет, я сыт. Не будешь? Пойду, покатаюсь, здесь скучно. Позвони, как закончишь, заберу тебя. Езжай домой, я возьму такси. Посмотрим. Будь осторожен. Не могу поверить, что еду в БМВ. Водитель, вы развлекаетесь? Вам же даже на бензин не хватит. Деньгами не купить счастье. Богатый и капризный. Не говорите так. Деньги надо уметь экономить и тратить. В моей семье я доставляю рис и масло, доставка 7 юаней, получается сэкономить. Надо платить, чтобы таскать штангу в спортзале. Я таскаю рис, экономлю 7 юаней, да еще и качаюсь. А вы смешной. На втором светофоре направо. Хорошо. Выполнил заказ и жду у дверей. Ты идешь? Мы болтаем, я задержусь. Хорошо. У меня заказ, кладу трубку. Подвезу клиента, а потом заеду за тобой. Хорошо. Машина в ремонте. Я вызвал вам такси. Спасибо. Рынок сейчас весьма агрессивный. Если есть деньги, как можно скорее покупай дом. У меня нет денег. Тогда найди способ заработать. Чемпионку по продажам недвижимости Мудзя, Тянрон, знаешь? Она выкупила целый блок. Круто. А где взяла деньги? Не знаю. У каждого свой путь. Но удачно вышла замуж. Я видел сегодня ее мужа. Он неудачник. Неудачник? Почему она в него влюбилась? Ну... Знаю. Для возможности регистрации в Пекине. Алло? Вань Бин, ты где? Вернулся домой? Я вышла. Тянь, не забудь про лекцию. Да-да, я посмотрю свой график. Хорошо. Спасибо, пока. 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 Где ты? На стоянке. Подъедь, у меня много пакетов, помоги мне с ними. Гляди, сколько мне всего дали. И еще я возьму. Милый, знаешь, я не зря пришла. Ванде попросили выступить с лекцией. Знаешь, сколько заплатят? Много. Разве твоя жена не супер? Что с тобой? Почему злой? Я в порядке, просто устал. Устал после двух поездок? Ты молодой мастер. Не говори так. Я не молодой мастер. Просто неудачник. В чем дело? Веди. В чем дело? Почему ты так расстроен? Я тебе ни слова не говорю, что ты без работы, так? Сам согласился пойти со мной и жалуешься? Послушай, твой отец тебе должен, но не я. Я тебе должен. Ты центр вселенной, вся семья в долгу перед тобой. Ли Вань Бин, что с тобой? В день лун. Что это с ним? Иди возьми. Что с тобой? Не говоришь со мной? Хорошо. Будешь здесь спать. Thank you.
Новый район создает депрессию на рынке недвижимости, из-за чего не наблюдается существенного роста цен. Для тех, у кого недостаточно средств, новый район – это невероятный клад. Осуществить мечту – купить квартиру в Пекине. Ли Ваньбин, какова сейчас обстановка рынка в новых районах? Какие проекты имеют низкую стоимость и хорошее качество? Все это будет раскрыто в этой программе. Ли Ваньбин, ты сошел с ума? Да, сошел. Почему ты не спишь? Что ты смотришь? Еще хочешь быть со мной счастливым? Рон, почему нам сейчас комфортно жить? Не потому ли, что ты с отцом работали круглые сутки, выбирая и покупая жилье? Да, но это... Раньше я думал, что этого достаточно для счастья. Ты же ругала меня за немотивированность. Теперь я хочу усердно работать, я хочу что-то сделать. Но ты делаешь все, чтобы помешать. Тебе не нравится все, что я делаю? Я не это имела в виду. Знаешь что? Мои последние клиенты вчера были господин Хуан, цитировавший древнюю поэзию. Он у меня не узнал, а тебе говорил, что, мол, хорошее. А твой муж — неудачник. Мы с ним в контрах. Не надо. Меня ты можешь контролировать, а вот сплетни нет. Но ты хочешь купить не одну или две квартиры, а целый дом. Это не повод дуться. Я не дуюсь. У меня хорошая жена, и я горжусь тобой. Я не дуюсь. Опять. Ерунда. Милая. Говорю, я наконец-то понял. Богатство зависит от накоплений нескольких поколений, медленно увеличиваясь от поколения к поколению. Мой отец всю жизнь усердно работал. Я больше не могу рассчитывать на него. Мне надо работать ради наших детей. Если мы купим целый дом, то это станет огромным шагом вперед. Когда дети вырастут, у них будет огромное наследство. Наследство. Звучит прекрасно. Ты все изучил? Каков потенциал роста? Посчитай деньги, как будет брать, сколько будет держать, сможем гасить долги и сколько заработаем, разве идем, это не... Идем, взгляни. В течение года будут расширять северный вид. Если достроят метро, то доступность района вырастет. А торговый центр через дорогу откроется в следующем году. Все удобства в одном месте. Ты эксперт? Нет нужды говорить тебе, насколько вырастет цена. А деньги? Я посчитал, смотри. Возьмем ипотеку на все квартиры, и вот сколько мы получим. Этого недостаточно. Остальное одолжим у отца. А он тебе даст? Мне не даст. А вот тебе да. Да или нет, пап? Просто скажи. Нет. Почему? Почему? У тебя даже детей нет. Зачем тебе столько квартир? Вы что, спятили? Если есть время, детей заведите, ладно? Мы ходили к специалисту, пьем разные настойки. Но это не то же самое, что получить удостоверение личности. Мы не спешим. Не спешите? А я? Не забывай, я уже был в реанимации. Да сколько можно, ты же здоров. Но эта реанимация не отменяет, так? Господин, послушай совет. У нас достаточно квартир. Не дурачься. Буду откровенен. Это я хочу купить эти квартиры. Ты? Чепуха. Если Рон этого хочет, я еще поверю. Но чтобы ты... Хватит. А что не так? Ты мне не доверяешь? Я уверен в тебе. Видел, как ты взрослел.
Знаю, какой ты. Ты хорошо зарабатываешь. Ладно. Это была шутка. Я не заинтересован в покупке квартир. Это Рон считает, что сделка выгодная. Ознакомившись с районом, планировкой и окружающей инфраструктурой, Рон приняла решение. Если интересно, посмотри. Если нет, просто продолжай кушать. Деньги у тебя, решать тебе. А я пошел. Ах ты, мелкий, вернись. Поешь перед уходом. Мелкий, только деньги волнуют. Мудя, открой! Сама открой! Только вернулась? Чемодан не разобран. Чего это с тобой? Таскала цемент? Разве я не могу устать? За полмесяца я посетила 16 мест. Встречалась с клиентами, проводила презентации. Так тебе и надо. Сама настояла на смене работы. Я была счастлива. Послушай, я могу сражаться с тиграми в горах и ловить черепах в море. А чего дверь не открыла? Не хотела. Предприниматели гораздо лозунги вопить, типа «ловим тигров и черепах». Денег нет, нанять кого-нибудь, поэтому все сами делайте. Я твоя подруга, поэтому отговариваю. Не обманывайся этим мальчиком. Ты же понимаешь, что стартап — это провал. Он платит мизер. Скажи ему, Рон, можешь сделать еще что-нибудь, кроме отговаривания? Если нет, уходи. Я по делу. По делу. Вот. Взгляни. Договор купли-продажи? Снова покупаешь? Покупаю целый блок. Хочешь умереть? Прочитай, я принесу воды. Выпей. Полная оплата? У таких домов полная оплата. Мы с отцом Ливаньбина вложим все свои сбережения. Представляешь, отец Ливаньбина дал ему 500 000 из своих денег. Он просто нечто. Один блок? Денег хватит? Точно нет. Поэтому заложим пару квартир. Ты шутишь? Квартиры хорошие. Ливаньбин полон энтузиазма. Ему захотелось хоть что-то сделать. Как мне это не поддержать? Это не стремление, это спешка. Он действует импульсивно. У тебя стартап, у меня покупка квартир. Не критикуй меня, мы в одной лодке. Просто проверь, все ли чисто. Я не могу, здесь куча проблем. Плохо, надо все исправить. У кого есть деньги, тот и решает. Рон, я не узнаю тебя, не будь такой высокомерной. Ты думаешь, все под контролем, но ты в опасности. Не говори так. Просто прочти. Прочитай и измени. Там, где посчитаешь, что что-то не так. Я не могу. Это надо переписать. Ночью перепишу. Ты так устала и будешь всю ночь переписывать договор. Мудя, давай я сделаю тебе массаж. Ты такая лицемерка. Так, хорошо? Да, здесь можно посильнее. Хорошо. У меня осталось немного дней, чтобы поспать в Динлун. Я убралась для тебя в квартире в Юйху. Там чисто, можно заезжать. Джан живет в одной комнате, ты будешь жить во второй. Вот ключ. Мне немного неловко от того, что ты делаешь. Смущена? Тогда купи квартиру. Уже ничего не смущает. Слушай, мы дружим много лет, я перееду на выходных. Вы с Ванбином должны приехать, без проблем? Спасибо, госпожа. Пожалуйста. Мудя, у тебя столько вещей? Мудя, куда книги? Туда. Спасибо. Не благодари. Спустя столько лет мы опять соседи. Давай отметим это.
Спустя столько лет ты холостяк, как и она. Нечего праздновать. Прекрати. Джан, ты давно снимаешь комнату у Тяньрон? Как живется здесь? Довольно неплохо. Потому что я редко бываю дома. На этом я все. Надо на работу. Пойду. Конечно, иди, спасибо. Пока. Увидимся. Давай помогу? Нет, я сам. Отдохните. Я сам. Спасибо. Не за что. Вань Бин, без меня иди домой. Приготовь настойку, что нам выписали. Да, Рон. Рон, так нельзя контролировать мужа. Ладно тебе. Ли Вань Бин упрямый осел в овечьей шкуре. Посмотрела контракт. Да. Окей. Рон, я должна напомнить. Все эти квартиры субсидированные. Полномочия застройщика так себе. Плюс теперь у тебя большие долги. Это очень рискованно.成为最幸福的人。